Существует научная теория о том, что паранормальные явления всего лишь порождение нашего разума, а призраки существуют только потому, что мы в них верим. Команда ученых взялась доказать данную теорию и создать сверхъестественное существо силами своего воображения. Если все выгорит, мы сможем доказать, что любая чертовщина может воплощаться, если люди в нее верят. Эксперимент прошел удачно. Где фонарик? Что это было? Что это? Уберите его от меня! Что с ней случилось? Мы открыли некую дверь, и оно вырвалось на свободу. Но что ему от нас нужно? Порождение вашего разума. Она растет как вирус. Знает, что мы боимся. Питаются вашими страхами. Оно распространяется от одного человека к другому. Ничто не может их остановить. Оно хочет жить в нашем мире. Она хочет подчинить нас. Этим летом. Проваливай из моего дома! Если поверишь, что все это реально, умрешь. Привидение. Я не верю. Это иллюзия. Это иллюзия. Это иллюзия. Это иллюзия. Это иллюзия. Поверишь, умрешь.